мире известно, что Дедушка Мороз и Снегурочка были всегда вместе и каждый год 31 декабря дарят хорошим детям подарки, а плохим – угли. И вот однажды одному злому бесу надоела эта несправедливость, и он решил нарушить эту традицию. Он подстроил так, что волшебные сани Деда Мороза исчезли, а Снегурочка потерялась в самый канун Нового года. Бес очень надеялся на то, что дедушка не справится со своими обязанностями в одиночку и не сможет очередной раз порадовать детишек. Теперь песок в сандали, мне не до сна.